На северо-западе Москвы потушен крупнейший за последние 10 лет пожар. Жертвы и пострадавших нет. ЧП произошло на территории Тушинского машиностроительного завода. От пятиэтажного здания склада бытовой химии практически ничего не осталось. Пожар тушили 5 часов. По информации чрезвычайных служб, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров. Правоохранительные органы отметили, что причиной сильного распространения огня стал поздний вызов пожарных. Сейчас на месте работают эксперты, которым предстоит выяснить причину и очаг возгорания. Версия поджога пока не рассматривается.